Всем привет! С вами интернет-магазин Invicta.com.ua. Сегодня на обзоре у нас часы Invicta из достаточно редкой коллекции Anatomic. Смысл серии заключается в том, что корпус и ремешок делаются из максимально природных материалов. В данном случае это акриловый корпус. Сразу видно, что корпус вот он стеклянный, прозрачный. Это, конечно, очень необычно. И здесь корпус силиконовый ремешок, причем он сделан в стиле, в цвете корпуса, и он также вот прозрачный. А корпус, он с таким, знаете, фиолетовым отливом в этих часах. Сразу хочется сделать ремарку по поводу акрила. Как гласит Википедия, акрил более крепкий материал, чем стекло. Ну, где-то в 5 раз акрил крепче стекла. Как это будет в плане носки, ну, к сожалению, я вам сказать не могу. Поэтому отталкиваемся только от того, что нам подсказывает Google. Модель сделана на базе коллекции Reserve Bolt Zeus Magnum. И если сравнивать вот с часами Звездные войны, которые я недавно показывал абсолютно в таком же размере, то эти часы, они более воздушные за счет акрила, он однозначно легче нержавеющей стали. Если на нержавейке такая модель с ремешком весит 255 грамм, то эти часы весят 184 грамма. И я вам скажу, что это на самом деле очень ощутимая разница. Давайте пройдемся по их размерам. Значит, от края до края с одной стороны 52 миллиметра, от ушка до ушка, так, ну, в районе 67-68, толщина 21 миллиметр. Здесь также особенность, что два независимых друг от друга японских механизма, это кварц, значит, основной VD-53 калибр, и здесь у нас PC-21 калибр. Очень мягкий эластичный ремешок. На задней крышке гравировка коллекции. Ну, подписано, кстати, Bolt Zeus. И выписаны некоторые характеристики. Классическая застежка, нержавеющая сталь, сатинирование. В этой модели водозащита 100 метров. Головка завинчивается. И кнопки и головки, кстати, позаимствованы из коллекции Reserve Bolt. Вот прям старого поколения. И если в старых моделях на браслетах, например, вот такие головки создают некоторый дискомфорт, то здесь эти часы на ремешке, на запястье очень удобны. Давайте я, кстати, их померяю. У меня размер запястья 18 сантиметров в обхвате. И часы на нем очень хорошо сидят. Такие прям, несмотря на размер, очень легкие по ощущениям. И здесь, если не затягиваю сильно ремешок, вот я сгибаю, я, честно, никакого дискомфорта и близко не чувствую. Мое запястье часы четко обхватывает, все остальное тоже ваше восприятие этой модели. Значит, в часах закаленное стекло Flame Fusion, устойчивое к ударам. Есть, как мне кажется, антиблик, он синевит на камеру. Читаемость циферблата отличная. Крупные стрелки, метки, такой объемный циферблат. Текстурирован. Хронограф запускается верхней кнопкой. Ну, не хватает щелчков, беззвучные кнопки. Светонакопитель на стрелках и метках часов. Давайте посмотрим. И по функционалу вроде бы все рассказал. Что имеем по итогу? Имеем
массивную модель однозначно, не на каждый день. Очень удобная, очень практичная за счет как раз вот акрилового корпуса. Однозначно эта модель подарит вам внимание. Эти часы прям хочется рассматривать. Качественно сделаны. Напомню, что у нас только оригинал. Часы с гарантией 2 года. Ссылку на эту модель я оставлю в описании к этому ролику. Если видео было для вас полезным, не пожалейте, поставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Друзья, на этом все. Всем хорошего дня. Пока.